У администрации президента США Джо Байдена недостаточно серьезных предложений, которые бы привели к снижению высоких цен на бензин в стране. Такое мнение содержится в статье, опубликованной в газете The Washington Post. Попытки поиска нестандартных решений проблемы цен на бензин отражают нехватку имеющихся у администрации решений, а также масштабы проблемы, которые они представляют, говорится в статье. По данным газеты, в Белом доме отчаянно пытаются показать, что администрация учитывает недовольство избирателей по поводу роста цен на топливо.